В алтайском селе Тюменцево дикие псы загрызли почти 300 голов домашней птицы. От нашествия пострадало 15 подворий. Инцидент произошел ночью пару дней назад. Собаки напали внезапно и растерзали кур, гусей и уток. Всего погибло почти 300 домашних птиц. Ущерб нанесен 15 подворьям. По словам сельчан, это не первое нападение. С начала лета подобные происходят практически в ежедневном режиме. К примеру, от последнего нападения собак местная жительница Виктория лишилась половины хозяйства. Они растерзали почти 70 птиц. Урон составил около 20 тысяч рублей. А я вообще, я не знаю. У меня и шок, и руки, и ноги поднялись. Угу. Потому что жалко. На будущий год тоже наберем птицы, они никуда не денутся, эти собаки. Опять по дворам пойдут. Так лишь бы людей не трогали. Люди неоднократно обращались за помощью к местной администрации, но те лишь сослались на отсутствие службы отлова в районе. Известно, что этим случаем заинтересовалась прокуратура. Правозащитники по просьбе сельчан написали в ведомство заявление.